Открываю патчи. Давайте посмотрим, как выглядят патчи. Написано «золотые». Такая девушка со странными глазами. То есть открываем, обычная крышечка. Здесь вот такая перемычечка идет. Она такая, знаете, похожа на какой-то пластик. И вот здесь лопаточка, значит, идет. Ну, во всех патчах идут вот такие лопаточки, чтобы удобненько было подкреплять патчи. И вот видите, сами там патчи находятся под вот такой. Так, сейчас откроем. Вот, открываем. Конечно, хранить их лучше в холодильнике. Открываем. Вот, и вот они сами золотые патчи. Посмотрите, как красиво выглядят. Видите, там гель вот этот ходит, который непосредственно высыхает на ваших глазах. Безумно красивые патчи. Сейчас посмотрим. Вот видите, они какие гелевые. Сейчас прилеплю и посмотрим. Видите, как они высыхают? То есть они стали тоненькими. Прям наклеились на кожу. Видите, впечатались прям. И вот высохли. Тоненькие-тоненькие стали. То есть гель впитался в кожу. И вот это прошло где-то минут 15. Но я буду оставлять прям на совсем, чтобы полчаса было, чтобы они прям совсем высохли, скукожились. И только потом я снимаю такие патчи. И еще иногда наклею вот на эту часть, на лоб, конечно же. Но экономия должна быть экономной. Так что патчи нормальные, но, конечно, не сравнится с этими патчами с AliExpress. Вот, с AliExpress, конечно, черные особенно, это самые лучшие патчи вообще в жизни, которые я пробовала. Так что, девочки, кто еще не попробовал, обязательно попробуйте, просто вам всем советую. Вот какая красота у меня тут есть. Я думаю, у всех девчонок, да, уже тюльпанчики стоят. Вот эти подарили на работе. Вот такие желто-розовенькие дома. Конечно же, на 8 марта, как же без Рафаэла. Обожаю Рафаэла. Так что, девочки, всех уже с прошедшим. Всем, конечно же, любви, красоты. И, конечно же, чтобы вы были здоровенькими и счастливыми. Тюльпанчики у нас уже расцвели. Вот, какие красные на работе мне подарили. Какие большие. Вон, какие красивые внутри. И желтенькие вот такие красивые. А как вкусно пахнут. Красавцы вообще. Ну вот хотела вам показать стрижку поближе. Снимала сейчас для вас видео. Вот просто растянула утюгом и уложила назад. То есть то, что мы стригли вперед, вот. Они вот назад я укладываю, вот они назад, видите. Каждая прядка лежит вот так назад. И здесь также. Вот видите, каждая прядка назад. Так что, девчонки, не бойтесь, экспериментируйте, и все у вас получится. Кстати, знаете, хотела у вас спросить и поговорить на такую тему. Под этим влогом оставляем все вопросы свои какие-то. На какую тематику, давайте тоже порассуждаем. На какую тему вы хотели бы поговорить и сделать какое-нибудь такое, знаете, говорящее видео. Я тоже хочу поговорить на какие-либо вам интересные темы, порассуждать, так что оставляем свои вопросы. Те, которые вопросы были до этого, я записываю. Обязательно тоже на них отвечу и оставляйте какие-то новые вопросы. И тематику, и сделаем какую-нибудь говорящую рубрику, будем с вами разговаривать. И, кстати, хотела вас спросить, у кого есть фотоэпилятор, кто уже пользуется. Тоже хочу себе какой-нибудь фотоэпилятор. Девчонки, напишите, какие у вас фирма. Какая стоимость желательно и как работает, есть ли от него эффект, сколько нужно пройти процедур, чтобы волосы прекратили расти. Конечно же, я думаю, они на 100% не прекращают расти, но все-таки, то есть, чтобы не брить, не вот это, не шугаринг и так далее. Но я думаю, девочки меня поймут, так что у кого уже есть, те мне обязательно напишите, потому что на AliExpress, в принципе, они тоже есть, как бы там, ну там по 5, что-то по 7, по 8 тысяч, я считаю, что это какая-то неразумная цена. Тем более, не знаешь прибор, как работает, и как бы отзывам особо верить на AliExpress тоже. Знаете, тем более там ставят 5 этих звездочек, а отзыва нет. Что означает эти 5 звездочек? За что они стоят? За доставку, за быструю или еще что-то? Или прям именно прибор хорошо работает? То есть непонятно.
Так что у кого есть, обязательно мне тоже напишите. Взяла себе полоски восковые, вот эти, для жестких волос. Хочу попробовать. На ногах всегда беру шири, в принципе, раньше брала, сейчас в последнее время более дешевые какие-то брала. Здесь написано восковые полоски для депиляции, для жестких волос. Быстрое эффективное удаление волос, содержит смягчающую кожу компоненты, длительность результата 3-4 недели. Удаление волос от 2 до 3 мм. Кто вот такие брал для жестких волос, напишите, реально действует или нет. Написано 12 полосок и 2 салфетки. Так выглядит. Там есть для чувствительной кожи, есть для лица. Ну, для лица я просто раньше брала. Но даже вот такими жесткими я все равно дергаю вот здесь брови. То есть я разрезаю их вот так вот по бровям и приклеиваю, все они выдирают, естественно. И все просто, пушок даже выдирают. Так что, девчонки, полоски отличные вот такие, особенно по акции, когда идут, вообще просто супер бомба. Так, собираю коробочку с новой косметикой для макияжа. Так, вот вы мне советовали, я купила. Нюд мат, это у нас 10-й тон. Значит, вот этот хайлайтер будем тестировать. Я уже снимала видео, но видео не записалось. Вот такой блеск новый, классный, от Ева Мозаик у меня. Девочки, просто бомба, шикарный, вообще идеальные губы, сила блеска. Вот эссенс, потрясающие, девочки, тени, вот это хром. Но каких-то, какие-то расцветки, все 6 и как бы непонятные. Сейчас вам покажу сводч. Просто бомбическая у него текстура. Такая непонятная, знаете. Вот видите, какая-то бугристая. И кажется, что прям вообще... Ну реально, как бы жидкий металл. Просто вы наносите... Даже вот прикасаюсь, она так наносится непонятно. Просто посмотрите на пигментацию, на этот блеск. Реально жидкий металл. Он также на веках и переносится, и держится просто целый день. Супер вообще. Но расцветки непонятные. Какие-то золотые, рыжие, бронзовые. Так, в Ашане взяла вот такой творожный сыр с зеленью, 200 грамм, стоит 74 рубля. Пример готового блюда. 200 грамм. Вот такой Даниссимо по скидке у нас идет. 32 рубля вроде. С фисташковым мороженым, с шоколадом, с манго, апельсином и бананом. Воздушные зерна риса в сахарном сиропе с цукатами. Взяла, с цукатами еще не брала. Вот там прослеживаются цукаты. Так, взяла корм для рыбок. Это же тоже еда. Правда, не наша. Вот такая хлопья взяла и гранулы для золотых рыбок. Девчонки, у кого золотые рыбки, вот такая фирма «Ребята». Очень хорошая, качественная. И рыбки хорошо кушают этот корм. Так что, у кого золотые рыбки, обязательно берите. Вот такой йогурт взяла, всегда беру. Брусничный. И взяла в этот раз черничный. Ну и Рексона была по скидке, тоже взяла. Вот такой Рексон вообще не видела, термозащита какая-то. Сенсация зимой в душном транспорте, без пота и запаха. Ну, первый раз такое вижу, если честно. Даже непонятно, женская это или мужская, но, видимо,
женская. Ну, я взяла себе. Работает эффективно при перепадах температуры. Вот это очень важно, особенно для меня. Из маршрутки на улицу и с улицы на маршрутку. И вот такой клей-марафон, водостойкий клей, девчонки. Отличный клей для приклеивания, ну, бывают же дырочки в обуви. Так что вот такой клей, момент для обуви. Водостойкий клей, отличная штука. Не ломает резину, не ломает подошву, все хорошо приклеивает. Так что, девочки, у кого какие проблемы, клей все вам заклеит. Спасибо большое. Говори. Так, идем на дачу копать снег. Дали мне вот такую лопату. Вон моя тень. 35 одежек. Вон там, вон вдалеке. Мама с братом, посмотрите, сколько снега. Видите, по самые заборы. Идешь по тропке, боишься провалиться. Вон там столько снега. Сейчас будем откапывать дом. А потом жарить крылышки. Вот видите, уже кто-то провалился тут в дырочку. Поэтому очень опасно. Здесь надо идти прям по тропке. Не дай бог провалишься. Погода чудесная вообще, просто 0 градусов. Так свежо пахнет. Красота. Птички даже есть где поют. Видите, какие заброшенные дома. И там птички поют. Красота. Вот так вдалеке мы шли. Там сейчас все дачники, уже соседи приехали. Сейчас пойдем. Вот какая тетя Таня страшная в тени с лопатой. Как девушка с косой. Так, ну вот. Мои уже, как всегда, бросили меня. И я тут, как всегда, иду одна. Посмотрите, сколько снега. По самые заборы. Наверное, 2 метра. Так что сейчас дойду, потом включусь. Вот видите, как пробираемся. А я вот как стою. Моя лопата. И вот так пробираемся. Вот по самый пояс. Ужас. Девочки, сейчас поползу. Вот по этому снегу. Ой. Вот видите. Ой. Никак. Ой. Так что если видео долго не выйдет, ой, значит в снегу. Копай давай. Шапка что-то большая стала. Угу. Все, копай, копай. Ой. Ой. Смотри на голову. Ой. Другую лопату возьми. Я другую так не подниму. Вон ту. Стой, устала. Вот так. Хочу вот так делать. Вот так. Угу. Ой, вот так. И полежать. Все. Так, поработали, можно и поесть. Да? Вот прочистили какую трубку вокруг дома. Пойдемте вам покажу. 4 часа чистили. Вот калитки. И вот вдоль дома. Там еще маленько, правда, не дочистили. Я сломала лопату. И вот сколько снега.
Покажу вам свои сапожки. Значит, вот так называется фирма. На Вайберсе купила. Девочки, ну, только не смейтесь, да? Посмотрите на эти сапожки. Это кеды. То есть это резиновые кеды. Не стала брать сапоги, потому что вот эти вставки, у меня ноги отекают. Не факт, что я в них залезу. А здесь шнуровка. То есть вот это мелкие блесточки. Хотя написано, что они отваливаются. Но даже если они отвалятся, будут просто такие черные кеды. Классные вообще. Очень удобные. У меня 41 размер. Идеально вообще подходит. Сделаны как кеды вот здесь. Хорошие такие качественные шнурки. По скидке просто за 1000 рублей мне тоже достались. Значит, тут гарантийный талон. Сделано в Китае. Monami, то есть фирма. Вот так вот. Теперь мы будем. Женечка, тебе привет. Будем вместе с тобой блестеть. Вот сколько тут глиттера. Как в тенях. Вот такие классные кеды. Мне очень нравились. Померила трое кед. То есть черная здесь была, белый такой носочек. Ну, вот эти мне показались джинсиками очень даже крутые. Так что, девчонки, резиновые сапожки нам нужны, чтобы не промокали ножки и чтобы не прилипала грязь. Потому что любые кроссовки промокают. Особенно на работу, когда ходишь, у нас там вообще грязюха. Классные вот такие ботиночки. Посмотрите, какой пришел мне красавчик. С AliExpress. Это вот такой хайлайтер. В 0,1 оттенке у меня. Здесь, девочки. Так, 8,5 грамм. И такая тяжелая упаковка. Посмотрите, какой красивый хайлайтер. То есть это, я так понимаю, закос под что-то. Видите, как выделяется. И такая тяжелая упаковка. Вот так выглядит крышечка. То есть это какая-то профессиональная у них там косметика серия. То есть он запеченный. Их там, по-моему, 3 или 4 варианта. И вот сейчас покажу, как он выглядит. Он такой плотный, что его просто так не продавишь. То есть это прессованный, запеченный. Вот видите, какой. Очень красивый. Будем с вами тестировать. Здесь и розовые такие блесточки есть, и как бы хамелеоны. Но блестки мелкого помола. То есть не крупные. Очень красивый. Оставлю обязательно, конечно же, на него ссылочку. Посмотрите, как красиво. Можно и как тени, я думаю, использовать. Продукта очень много, хватит, мне кажется, до конца жизни. Вот какой красавчик. В Фикспрессе появилась вот такая сыворотка. Значит, это у нас антиэйдж формула, гиалуроновое желе от морщин, ночной уход для лица. Гиалуроновая кислота, пептидный комплекс от Флорисан. Разглаживает морщины, интенсивно увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи. То есть это желе. Вот так выглядит тюбик, девочки. 75 мл. Пахнет точно так же, как моя любимая сыворотка из Ашана. Тоже же она Флорисан. Сейчас вам покажу, как это выглядит. То есть на самом деле желе. Все как я люблю. То есть это как бы плотная сыворотка. По консистенции вот такая она. Ой, тоже Маша такая. Так. И вот так она наносится. Она тут же моментально впитывается. Как водичка. Просто пахнет точно так же, как моя любимая сыворотка. И эффект у нее точно такой же. То есть она сильно увлажняет кожу. Не сказала бы, что подтягивает. То есть увлажняет очень хорошо. На утро такое свеженькое личико. Именно это, то есть ночной уход для лица. Здесь очень хороший состав. Здесь гиалуроновая кислота с комплексами витаминов и так далее. Пептидный комплекс и антиоксидантный комплекс. Экстракт зеленого чая, масло виноградной косточки. Это вообще супер-пупер. И витамины С, Е и так далее. И состав. Так, состав очень хороший. Можете вот так на паузу нажать, почитать. То есть витамин В3, экстракт зеленого чая. Здесь масло виноградной косточки, кислота гиалуроновая, причем не на последнем месте, витамин С, соль гиалуроновой кислоты, витамин Е, тоже не на последнем месте, и алкоголь, что самое интересное, практически на последнем месте, на предпоследнем, а на последнем находится парфюмерная отдушка. Это вообще супер состав, если алкоголь находится практически на последнем месте. Девчонки, возьмите, попробуйте, я вам как бы могу рекомендовать. То есть это не крем, я бы не купила крем,
А желе — это вообще супер штука, то есть это как плотная сыворотка, а сыворотки, вы знаете, это моя слабость и любовь. Так что, девчонки, очень вам рекомендую вот эту новинку из фикс прайса. Девчонки, смотрите, еще новинка в фикс прайсе, вот такая светодиодная лента, 100 сантиметров. Значит, здесь есть вариант вот такая подсветка, то есть на кухне. Я купила для подсветки на зеркало, либо в комод, в новый. Холодный белый свет, клеевая основа. В общем, все то же самое, что на AliExpress для светодиодных ламп. То есть, вот такую точно пленку я покупала для самодельной, как бы, кольцевого света. Здесь 100 сантиметров, 99 рублей это стоит. Здесь 3 батарейки. Вот видите, тоже из AliExpress стайла. И теперь смотрим. Вот так она находится на клеевой основе. Такая прорезиненная, то есть она мягкая, вы можете ее клеить, потому что мне приходила жесткая. А здесь мягкая, 100 сантиметров. Так, включаем, да будет свет. Ура! Видите, какой классный холодный свет. Можете как бы прилеплять ее куда угодно, и на зеркало, кто хочет себе зеркало для селфи, и на какой-нибудь кружок, кто хочет себе маленькое, знаете, для фотографирования селфи. То есть хорошо светит. Я вам поставлю еще для посмотрите, как в темноте светится. Я вам очень рекомендую эту лампочку, тем более очень удобно. Я рада, что батарейки, то есть приспосабливают ко всем штучкам. Таким очень удобно. Ура! 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 Вот как штука, видите, какая хорошая. Вот хочу вам показать, как эта лампочка светит, светодиодная, видите, в темноте. Достаточно она яркая, в принципе. Если их купить две и обклеить какое-нибудь зеркальце, девчонки, будет вообще просто огонь. То есть она очень хорошо светит. Они такие, знаете, прорезиненные. И приклепятся просто вообще хорошо. Видите, как освещает пиончик. То есть, а если их сделать две... Вот видите, как хорошо освещает. И как-нибудь каким-нибудь рисунком, вот они в кучку, то есть вот. Достаточно хорошая качественная лента. То есть очень удобно, что она от батареек. Три батарейки, правда, сюда идут. Ну вот, видите, сейчас вам покажу, как светит. Шлеп. Да будет свет. Так что, девочки, кому надо обклеить шкафчик там и еще так далее, берите, вообще не задумываясь. Отличная штука. Приобрела вот такие линзы. Значит, по скидке они стоят 300 рублей на сайте Wildberries. Значит, идут вот так, для прищепки, для сотового телефона, либо фотоаппарата тонкого. Но у меня фотоаппарат тонкий, так что все нормально. Значит, смотрите, как фотографирует. Так, сейчас фокусируется у меня фотоаппарат. Значит, вот для такой... То есть это большая съемка, вблизи макро, и вот такой кружочек делает. То есть это 360 или сколько там. Значит, линзы вот так выглядят. Вот так. Я взяла синенькие, там есть розовые, красные, черные, серые, всякое разные. Вот так в прищепку, на прищепку они встраиваются. Прищепка одевается на фотоаппарат или телефон. И вы фотографируете. Вот такая есть заглушка и для маленькой линзы, и для большой. Очень удобно. Девчонки, обратите на них внимание. Я сама не знала, что такая штука есть. Мне просто высветилось вот такой чехольчик. Мне просто высветилось в рекомендованных на Wildberries. И как бы я приглянулась, отзывы очень хорошие. И вот такая тоже заглушка камера. Кто увлекается, там, допустим, фотографиями, то есть для Инстаграм и вообще, то есть и мне, я вам буду как бы фотографировать косметику вблизи, то есть тени и так далее. Будет, я думаю, очень удобно. Попробую обязательно. Ну, ссылочку вам оставлю, почитайте там отзывы. То есть по скидкам вообще нужная штука. Без скидки бы не взяла. Потому что все равно, как бы не знаешь, что за продукт, но отзывы очень хорошие. Вот видите, какие красные есть, и серенькие вот есть, и красные, и черные. То есть всяко разные. Так что, девчонки, кто фотографиями увлекается, я думаю, вам будет очень нужная штучка.